Здравствуйте. Сегодня давайте рассмотрим тему, как написать письмо в службу техподдержки. Мне один раз пришлось обращаться и долго искал, как это все проделать. В данном случае использую браузер Google Chrome. Мы находимся на главной странице своего канала. И на этой странице обязательно должно присутствовать вот такие две колонки. Настроить вид канала и творческая студия YouTube. Если этого нету, то ничего у нас не получится. В службу техподдержки мы не попадем. К примеру, это сейчас продемонстрируем. Случайно мы нажали на колонку «Настроить вид канала», и вот что произошло. Нажимаем на аватарку, левой клавишей мыши, и с этой страницы сразу мы никак не попадем в службу поддержки. Поэтому здесь необходимо кое-что проделать. Нажимаем «Творческая студия». Еще раз на аватарку левой клавишей мыши нажимаем. «Мой канал». И, как видим, появились две колонки. Их обязательно необходимо сохранить. Никак нельзя нажимать на эти колонки. Нажимаем левой клавишей мыши на аватарку. Появляется здесь такой список. Нажимаем на справка. Здесь все статьи нажимаем. Открывается новая страница Google. Справа вверху нажимаем «Поддержка». И лучше сразу сохранить эту страницу в закладках. Как создать закладку в браузере? Смотрим видео по ссылке вверху. Нажимаем «Поддержка». Служба поддержки автору YouTube. Здесь нажимаем тот раздел, с чем у нас будет связано. Если с монетизацией, то нажимаем вот эту, монетизация и AdSense. Если другие какие-то права затронуты, наши, авторское право или что-то, то нажимаем на эту колонку. Кому необходимо обратиться в службу техподдержки с другим вопросом, то нажимаем на эту колонку «Заявки в системе Content ID». Нажали. И здесь есть конвертик такой. Нажимаем «Написать письмо». Здесь заполняем имя, фамилию. Я заполнял по паспорту и на русском языке. Никакой английской и то и прочее не заполнял. URL тоже необходимо заполнить. Где взять URL? Эту страницу пока так оставляем. Теперь необходимо назад вернуться на страницу своего канала. Нажимаем на эту колонку. Нажимаем «Настроить вид канала». Нажимаем на аватарку левой клавиши мыши, которая находится справа вверху. Нажимаем на шестеренку. Здесь нажимаем «Перейти к расширенным настройкам». Можно здесь или здесь, разницы нету. И копируем URL собственного канала. Выделяем его левой клавишей мыши, проводим. Правой клавишей мыши щелкаем «Копировать». Заходим на страницу, где необходимо заполнить форму обращения письма. Здесь проставляем URL канала. «Вставить». Правой клавишей мыши. Вот это и есть URL нашего канала. Тут выбираем тему, с каким запросом мы обращаемся в данную службу техподдержки. И здесь отвечаем, или, так сказать, заполняем все поля, которые необходимо заполнить или ответить на них. Когда все это заполнили, нажимаем «Отправить». Все. И письмо наше будет отправлено в службу техподдержки. Ответ от службы поддержки на запрос нашего письма придет на следующий день на электронную Gmail почту. Как попасть на эту почту? На странице Google аккаунта слева от аватарки отображается вот такой квадратик. Нажимаем на него. И здесь есть почта. Нажимаем на это, и мы попадем на страницу своей почты. На этом все. До свидания.